Всем привет, это Соня, и сегодня я хотела вам снять, как у меня был такой запрос, про все мои лаки. Так что я буду вам показывать каждый мой лак. Раньше у меня было гораздо больше, но они как-то высушиваются, как-то становятся нехорошими, как желе. Давай начнем с лаком, который на мне сейчас. Он ярко-ярко, просто такой розовый лак, он вот такой. Да. China Glaze, цвет называется... Не видно из-за этого компьютера. Да, он называется Shocking Pink. Я напишу там внизу каждый лак, с какой компании, как цвет называется, если кому интересно. Ну, это от China Glaze. Я обожаю эту компанию. Я не знаю точно, где в России можно их купить. Я думаю, что можно. Я не знаю, почему нет. Ну, OPI тоже очень хорошие. Но мне почему-то нравятся вот эти больше. Так, от этой же компании China Glaze у меня еще есть... А, вот. Он весь испачканный. Ах, красота. У этого лака такого же цвет, как... На, Tiffany. Tiffany коробочки. Ну да. China Glaze называется For Audrey. Много лаков у меня еще есть от компании, которая называется Sally Hansen. У меня есть вот такой. Ну, он очень зеленый, я его никогда не одеваю, наношу, потому что он некрасивый. Я не знаю, зачем я его купила. От Sally Hansen у меня есть вот такой желтый. Он называется Yellow Kitty, желтая киска. И, да, такой от этой же компании Sally Hansen, из такого же типа. Вот у них кисточки очень интересные. Они... Вот это Sally Hansen, а вот это обычные. Вот, сравнить можно. Они очень такие толстые. Да, так что вот это у меня просто такой белый цвет. Я не совсем знаю, как он называется. Вот это все мои Sally Hansen лаки, которые у меня... сохранились. Так, моя любимая-любимая компания — это Essie. Маленькие такие лаки, если сравнить вот с China Glaze. Они немножко поменьше. Я их просто обожаю. Это просто красота, а не лак. Называется Forever Young. И, ох, просто консистенция этих лаков. Я его так сильно обожаю. И от этой же компании Essie у меня есть более такой розовый. Вот сравнить, если этот у меня более розовый. Он называется что-то арбуз, watermelon что-то. Компания называется LA Girl. У меня есть 4 лака от этой компании. Вот это такой очень красивый цвет. Такой молочно-персиковый. Я просто его обожаю, но он матовый. Так что мне надо вот такой топ-коут положить. От этой LA Girl у меня есть такой розовый. Он не совсем такой яркий, как вот этот. Вот видно разница. Этот более фиолетовый у меня. Называется он, я не знаю. Компании, которые продаются в Forever 21 магазине у нас здесь. Такой перламутровый, фиолетовый, розовый. Красивый очень, конечно, но он не подходит каждому аутфит. От LA Girl компании и от OPI компании у меня практически такие же цвета. Вот этот более розовый у меня. Он мне не очень нравится, ты знаешь, но они как-то попались у меня. Я их не купила. От Revlon у меня есть такой же перламутровый, такой фиолетовый, зеленый, синий. Здесь написано Scented when dry. Означает, что вот когда он высохнет, он будет пахнуть как ягоды. Он пахнет как ягоды, по-настоящему. И как-то вот ты сидишь и нюхаешь ногти, и ты выглядишь как какой-то там... Ку-ку. Ну, и от этой Revlon компании у меня есть такой мятовый зеленый цвет. Тоже красивый. И от OPI опять у меня есть такой синий. И это все. Сейчас мне надо покрасить ногти с вот этим. И да, спасибо большое за просмотр. Я вас увижу очень-очень скоро, потому что я сделаю новый хол-видео. Все, пока.